Ну что, Лёш, замечательные у тебя ребятки, а? Только вот Кристина не в духе, а? У девочки просто плохое настроение. Но вина тебе еще рано. Антоха, ну-ка давай колись. Какие у тебя планы? Во второй мед подаюсь. Ух ты. Еще один. Ну что ж, за это надо выпить, а? Да. Так, давай. Ура! Ура! А кто тебе позволил ко мне на юбилей не приходить? М? Тебя только одного вчера не было. Леш, Леш, как говорится, держи врагов рядом, а к конкурентам приходи в гости. Ну, кстати, хочу признаться, открываю 3 клиники в центре, наконец-то. Хочу попробовать себя в стоматологии. Леш, погоди, в каком центре? Ну, мы же с тобой договорились, что центр стоматологии – это мое. Ну, ты понимаешь, ну, очень хотелось, а человеком двигают амбиции. То есть ты хочешь со мной поссориться, да? На тонкий лед выходишь, Алексей. Да, хорошо. Нет, вот нет, я говорю, вот так дело не пойдет. Нет, стоять. Стоять, я тебе бабки перевел? Ну и все. Ну да. Нет, я просто жду конкретно. До завтра. Да, хорошо. Все, давай, давай. Да, хорошо, давай на связи. Давай, обнимаю. Угу. Делай этого. Опусти оружие. Опусти оружие. И главная новость. Известный бизнесмен Алексей Бернанский был найден мертвым. Тело мужчины обнаружили час назад на подземной парковке одного из московских торговых центров. Бернанскому принадлежала крупнейшая сеть медицинских клиник «Биомедик». На месте работает следственная группа. Ну что, коллеги, покойный Алексей Алексеевич Бернанский, бизнесмен, на данный момент разведен. И в этот раз, видимо, надолго. Я думаю, это неуместно, Дим. Также у него под опекой 2 детей, Кристина и Антон Яковлевы. Понятно. Так, что имеем? Портмоне полное кредитных карт, документов, налика и телефон недешевый. Ну, ограбление исключено. Исключено. Вопрос в другом. Стал бы ли ты сводить счеты с жизнью, когда на твоем счету цифры 6 нулями, Дим? Я тебе не скажу, ты не мой труп нашла.
но и в том случае не сказал бы. Окей. Коллеги, у нас появились записи с камер. Короче, это Звянова весь в слезах, абсолютно слюни. Его секретаршка я отыскал. Секретарша. Секретаршка. Понимаю. Протокол, я не могу ее так приписать к делу. В общем, эта девушка с пониженной социальной ответственностью сказала, что он, узнав новости, ушел в кабинет с бутылкой и долго-долго не выходил. Что думаешь, протеже мое? Возможно, он замешан. Надо поставить к нему человека. Ну да, протрезвеет, полапает свою свой протеже и в бега, да? Не исключено. Про протеже даже не надейся. Я тебе перезвоню. Молодой человек. Вы не Антон, случайно? Антон, хорошо. Меня зовут Дмитрий Кузнецов, я сотрудник Следственного комитета. В первую очередь, примите мои соболезнования. Не нужно. Я убил его. Антон, давай успокаиваться. И нам надо с тобой поговорить. Ну, если хочешь, можем поговорить чуть позже. Нет. Вы должны все знать. Родители погибли при очень странных обстоятельствах. Алексей был другом нашего отца, его коллегой. Все, чем владеет, владел Алексей. Все это создал отец. И так получилось, что после смерти родителей именно он стал нашим опекуном. За день до этого... Антош, прояви уважение к гостю. Проводи его, пожалуйста. Я, да. Вот ты молодец. Есть, я должен сказать, Леш. А, спасибо. Леш, ты знаешь, я никогда тебе не завидовал. Но я всегда радовался, что у тебя все хорошо в бизнесе. Но то, что наши пути пересекаются, Леш, это плохо. Это плохо, Леш. Но так ты же не отставай. Активнее. Проводи его, пожалуйста.
Эй. Что не так, доченька? Я тебе не дочь. Ну, извини меня, пожалуйста, если я тебя... Все, что у тебя есть, это то, что сделал наш отец. Ну, я с ним вместе работал. Ты даже не упомянул его имени, хотя обязан ему всем. Значит, не было повода. И все отцовское вдруг стало твоим, даже мы! Ты дурочка. Ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Может, это ты виноват в их смерти? Пусть она молчит. И ты тоже. Кристина! Что случилось? Что произошло? Что случилось? Что такое? Что произошло? Я не хотела. Что случилось? Скажи мне, что случилось? Мою сестренку он изнасиловал. А что, если он не раз это делал, а? А что, если он был не раз с ней, а? И не два. Они часто были с ней вместе, вы понимаете? Это вместе они были. Послушай, давай сейчас все эмоции в сторону. Ладно? Здравия желаю. Здорово. Ну что, 107-е состояние аффекта? Не знаю. Как бы не 105-е, простое убийство. В общем, если прокуратура не станет оспаривать моего постановления, то да. Ты с ним в хороших отношениях. Но ты же понял, что он ничего этого не заслужил. Я-то понял. Но мы, Татьяна, должны действовать исключительно по протоколу. Ладно, придумаем что-нибудь. Кристина, сестра. Понял. Подозреваемого. Спасибо. Спасибо. Кристина, меня зовут Дмитрий. Татьяна. В общем, нужно... Я могу увидеть брата. Кристина, чуть позже. Нам надо сначала поговорить, хорошо? Я соврала ему. В смысле? Я не знала, я не думала, что он так поступит.
Алексей, я просто ненавидела его. Он был очень жестокий. Ты все изменил. Антон!